Greetings, Geralt. Всем привет, с вами вновь Антон Самогвинов.com. На прошлой неделе я поиграл в новое дополнение для одной из лучших игр последних лет, Ведьмак 3 Дикая Охота. Как известно, называется оно Каменные Сердца и выйдет 13 октября, уже совсем-совсем скоро. Когда мне предложили поиграть в дополнение, я уже так с линцой это делал, потому что, ну, ей-богу, садясь за компьютер, думал, сейчас блевану, потому что на оригинальный Ведьмак я потратил 211 часов. Мне кажется, я вообще ни в одну игру не играл сюжетную, прошел его вдоль и поперек, ну и в общем-то наелся. Но стоило только взять геймпад в руки, как сразу стало понятно, Ведьмак еще может, в него по-прежнему безумно интересно играть, а Каменные Сердца — это прям одна из лучших историй, которые есть в игре, на уровне вот лучших эпизодов из Велина, Новиграда и Скеллиге. Новые приключения, как и, в общем-то, и большинство приключений в Ведьмаке, начинаются с доски объявления. Близ Новиграда есть корчма, где Геральт находит объявление, в котором некто Ольгерд фон Эверик просит случайного путника найти и убить бестию из Оксенфурта. Monster? What kind? Big, bad, ugly, squatching the sewers. If you're interested, drop by the Garren estate. Ask for Ольгерд фон Эверик. He's the one ordered this posted. Собственно, если вы подробно и вдумчиво играли в оригинальный Ведьмак, то видели это объявление. Просто, когда вы его брали, да, после этого ничего не следовало, а теперь на этом месте настоящее такое 10-часовое приключение. Всего будет 5 таких больших сюжетных квестов. Еще, конечно же, набор сайдов. Более того, практически весь Оксенфурт, вот вся его округа были очень сильно заапгрейжены. То есть, когда ты играешь в Ведьмака, да, есть вот четкое понимание того, что Новиград очень такой детализированной и насыщенной жизнью, а Оксенфурта, да, какие-то такие обрезки стоят, то есть там даже город сам не настолько красивый, как Новиград. Так вот, теперь это все исправили, даже если вы не будете покупать Каменные Сердца, оригинальная игра заапгрейдится, и в Оксенфурте станет гораздо красивее. Это не единственное геймплейное нововведение. Расширит гвинт. Кстати, в коллекционном лимитированном издании Каменных Сердец, которые будут продаваться в магазинах, будут две настоящие колоды гвинта, и можно будет вживую в них поиграть. Ну и, собственно, довольно много слухов входит, что CD Projekt хочет превратить гвинт в полноценную игру. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Нет, и у меня нет времени учиться. Помимо этого, в геймплее еще появится рунный мастер, которого очень-очень не хватало в оригинале, прямо скажем. Естественно, все апдейты, которые произошли с игрой, выпускали разные добивания, там улучшенные анимации. Все это, естественно, есть в Каменных Сердцах. Ну и вообще, да, там CD Projekt всем видом показывает, что работа над игрой не остановилась, что, как с предыдущими Ведьмаками, работа идет и после выхода, ее еще будут накручивать, дополнять, и не только сюжетными кампаниями. Если вы вдруг прошли игру, там все удалили, потеряли сейвы, ничего страшного, в Каменные Сердца можно начать играть прямо из главного меню. Мир при этом основной игры будет не тронут. Вы пройдете Каменные Сердца, после чего начнется новая игра плюс, так называемая, да, с повышенной сложностью. При этом вы, конечно же, стартуете не с нулевым Геральтом. У него сразу там то ли 33, то ли 34 уровень. Есть куча очков свободных для прокачки. То есть заново крафтите персонажа, после чего отправляетесь в новые приключения. Приключения, и надо сказать, чертовски интересные. You death! Get the fuck out of here, freak! All I want is to know what exactly is going on here. Well, you're not gonna know! Sod off! I'll leave as soon as you tell me. Aren't you a thorny prick up the ass? Ataman said to kill him! Got your answer. Happy? Now piss off! Главное в Каменных Сердцах — это то, что вот новая история, она действительно сделана на очень высоком уровне постановки, режиссуры, и, то есть это не просто, да, там какой-то рядовой квест, а полноценная, серьезная сюжетная линия с неожиданными появлениями старых персонажей, крутыми поворотами и так далее. Причем начинается она как вот рядовая. Я говорю, я сначала сел такой с линцой играть, вообще не хотелось ничего проходить, опять надо лезть в канализацию, опять там что-то кто-то кого-то убил. Ну а дальше завертелось так, что оторваться просто-таки невозможно.
Собственно, начинается все с прихода в усадьбу, где обитает Эверик со своей свитой. Они оказываются бандой, которая называется Кабаны, которая отделилась от Реданской армии. Ольгерд просит Геральта избавить Оксенфурт от некого злого существа, которое пожирает всех в канализациях и отравляет воду. Вроде кажется благородная задача, но что-то в этом типе кажется таким подозрительным. Но Геральт, естественно, все равно отправляется в Оксенфурт, спускается в колодец, там, как всегда, миллион трупов и совершенно неожиданно выжившая Шани. Шани? Геральт? What are you doing here? I'm trying to save his life. Help me. Собственно, фанаты уже давно догадались, что Шани будет в Аддоне. С ней Геральт не виделся с самой первой игры, и теперь она учится в Оксенфурте и помогает Реданской армии в качестве доктора, которая была приписана к отряду, который шел убивать как раз неизвестную бестию, и был ей растерзан. Let it go. Damn it! You did all you could. Естественно, вместе они отправляются охотиться на чудовище, в результате устраивают ему ловушку, и происходит, наверное, самый смешной бой за всю историю Ведьмака, где Геральт в канализации по колено в говне мочится с огромной жабой-переростком, который разделяется пасть, как у всяких тварей в Resident Evil, и, в общем, ты до последнего не можешь понять вообще, что происходит, ржешь дурниной, но когда Геральт делает свой финальный взмах, убивает жабу, жаба неожиданно оказывается прекрасным, но мертвым принцем. И, естественно, не простым, а зариканским. Появляются его люди, которые жаждали расколдовать начальника, вяжут Геральта, и через некоторое время он просыпается в камере на корабле, плывущем в сторону зарекания. Слуги принца везут его к королю. Greetings, Geralt. Неожиданно из тьмы появляется Гюнтер Одим, таинственный незнакомец, один из самых первых персонажей, которых мы встретили в первой таверне в Ведьмаке. Если помните, был там такой загадочный всезнайка, который говорил, что знаком с Лютиком, знает про Геральта Йеннифер и задавал такие странные личные вопросы. Из-за любви ли это все? И что происходит между Геральтом и Йеннифер? Меня ты тоже знаешь по балладам мастера Лютика? Твое здоровье! Так вот, Гюнтер оказался непростым чуваком. Он вынуждает Геральта заключить пакт, что если он его вытащит из этой темницы, то тот должен будет выполнить его просьбу. И на время действия вот этой договоренности выжигает у Геральта клеймо на щеке. It's a deal. Такая вот интересная завязка у каменных сердец. Это буквально первые минуты игры, и дальше будет только интересней. Зареканий, к сожалению, не будет, но мастерство сценаристов выкручено на полную. Это реально одна из самых интересных побочных сюжетных линий в третьем Ведьмаке. С кучей неожиданных, уморительных ситуаций, реально отличного юмора. То есть все, что люди, в принципе, вот больше всего любят в Ведьмаке, здесь присутствует в полной мере. Не хочу спойлерить, но будут просто потрясные сцены. Естественно, романтическая линия с Шани, сцены с, так сказать, раздвоением личности у Геральта. Ну, короче, нельзя про это говорить, иначе испорчу удовольствие. Но будьте уверены, в каменных сердцах все просто прекрасно. Если вы любили оригинального Ведьмака, то они вам зайдут просто на ура. Повторюсь, думал, уже нельзя играть в Ведьмака, переиграл — нифига. Все просто охренительно. Fire and blood, life and death. I summon ye, whose blood I have brought. На этом все. Спасибо CD Projekt за предоставленную возможность. Ставьте лайк, если понравилось видео. Больше лайков, больше желания делать новые сюжеты. Подписывайтесь на канал. Заходите в паблик ВКонтакте, заходите в блог. Ну и ждите новых сюжетов о Ведьмаке, ведь у нас это не единственное дополнение. В следующем году будет еще Кровь и вино на 20 часов. Так что до встречи.